В районе оздоровительного лагеря «Горные ущелья» уже в третий раз состоялся веломарафон в дисциплине кросс-кантри. Соревнования привлекли к себе внимание множества гонщиков, как любителей, так и профессионалов. Несмотря на сложную трассу, в заездах приняло участие более 130 человек. Этот веломарафон привлек к себе внимание еще 2 года назад. Великолепная природа, горный воздух и очень необычный трек. Вся дистанция – то затяжные подъемы, то умопомрачительные спуски. Многие участки усыпаны камнями. Преодолеть эту велотрассу под силу далеко не каждому велосипедисту. Кросс-кантри – одна из самых популярных дисциплин в маунтинбайке. И это единственная из дисциплин маунтинбайка, которая является олимпийской. Она представляет собой гонки по пересеченной местности. В России ее популярность ежегодно растет, и год от года соревнования привлекают все большее число участников. Вот и в этом марафоне кворум собрался что надо. Челябинск, Самара, Уфа, Пермь, Тюмень, Тольятти, Екатеринбург, Москва. География участников гонки была весьма обширной. Гости из других городов могли не только получить дозу адреналина, но и насладиться красотой уральской природы. Соревнования велись в 6 категориях – фитнес, мужчины и женщины, ветераны, мастера, леди и эксперты. Для каждого участника марафона финиш стал своего рода знаковой чертой. Неважно, под каким номером ты оказался в итоговом протоколе, главное, что само участие в гонке – это уже победа. В первую очередь, победа над самим собой.